Привет! Баба Вера сегодня с вами. Вы не поверите, а у нас сегодня опять с вами встреча. Опять я выполняю чью-то просьбу. И знаете, какая? Мона Лиза. Ой, Вада. А не поняла. Галич, Семенович, Пухляш. И даже Хан. Набор такой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все тут участвуют. Наверное, в подтанцовке. Поехали. Первое музыкальное. Ну, короче, что нашла? Вы же заказываете. Ссылку. Пандемия сильно пошатнула мировую экономику. Ой, как я переживаю. За время карантина целое... А кто-то заработал. Это точно. Но не я. Почему не я? Даша, наконец, фонограмму. Держи. Так. Пиу! Переделывать! За мной. С ума сойти. Значит так, котики, построились. Сегодня у нас не самый обычный клиент. Это очень богатый и очень влиятельный человек. Во время пандемии коронавируса он работал курьером и спал 7 минут в день. Именно поэтому сейчас он самый богатый человек в России. И сегодня нам нужно не обосраться. Ирина Васильевна, а мне раздеваться до трусиков? Анечка, Аня, какие трусики? На тебя что, кризис так повлиял? Повлиял. Да нет, я уже лет 8 так работаю. Еще, господи, подожди. Так, куда вы торт режете? Там стриптизер сидит. Анечка, посиди вон до трусиков. До трусиков. Кто такая? Скажи, зачем? И откуда ты тут взялась? Мои мысли попали в плен. А ты быстро в них забралась, но все понеслась. Этой ночью мы как на ладони. Больше правил невозможно соблюдать. Нас вдвоем никто не остановит. Запрещенная связь. Девочка, сюрпризом принима, любви за всем твоим капризом. Ты моя Мона Лиза, девочка, сюрпризом мастеркард. И любви за всем твоим капризом. Ты моя Мона Лиза, удаляю твой телефон, забываю твой визуал. Пусть мне скажут, что это сон, ведь я нереально попал. Хэдшот и нокдаун. Этой ночью мы как на ладони. Больше правил невозможно соблюдать. На своем никто не остановит. Запрещенная связь. Запрещенная. Да? Хочу. Но она певица, но не скоро. Семенович тоже певица. Хочу. Семеночек, скоро. Всем твоим капризом. Ты моя Мона Лиза. Девочка, сюрпризом принимаю. Вы за всем твоим капризом. Ты моя Мона Лиза. Алло, распределительница? Да, это... Я на месте. А где моя спальня? Да? Да, конечно, да. Понял? Не понял. Девочка, сюрпризом принимаю. Вы за всем твоим капризом. Ты моя Мона Лиза. Девочка, сюрпризом мастер-кар. И вы за всем твоим капризом. Ты моя Мона Лиза. Ну что, вы готовы доставка удовольствий? Ваш экстаз будет примерно через 3-4, ну максимум 5 минут. Ожидайте. Стой! Убери от нее свои грязные руки! Да ты знаешь, кто я! Лучше курьер? Не та стена. О! Еще я лучший танцор. Сразимся за нее в танце. А кто судить будет? Она.
Он победил. Нет, тогда не она. Тогда не она. И ты здесь? И да. Я теперь везде. Ой, это точно. Поехали. Это точно. Девочка, сюрпризом принимаю вызов всем твоим капризом. Ты моя Мона Лиза, девочка, сюрпризом мастер-кар. И вызов всем твоим капризом. Ты моя Мона Лиза. И я лучше. Ой-ой, мамочки. Спасибо, что разрешили отпраздновать свадьбу ребят здесь. Посылаю. Только что хозяин дома сказал, что оплатит счет за всех. Мася, когда мы с тобой поженимся? Лара, я не могу твоя звезда. Я знала, что я твоя любимая звезда. Отклони от меня. Он мне сказал, выходи за меня. Поимели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Класс, конечно, но я больше восхищаюсь Анной, Аня Семенович, я от нее вообще балдею. Сама ироничная до потери пульса, до чертиков. Мне нравится. А вообще клип посмотрела как пародию на комедию, да? Вот, вот так вот это как-то, ну, вышло весело, весело, мне понравилось, временами даже поржала. Ну, да, не получаешь там какого-то духовного удовольствия, но отдохнула, повеселилась, вот так вот просто развлеклась. Вы ж все должны понять, сидишь на карантине, закрытый в этих, в голову лезет всякое. Не всякое, ну какая-то. Сходим от этого все с ума, знаете. А тут ребята тоже ж сидели на карантине, им тоже эти мысли хорошие в голову не лезли. Так что сходили с ума. И, да, а вам что, эстетику подавать после всего этого? Так должны шевелиться, танцевать, просто повеселитесь, развлекитесь. Люди для вас делают. Ну, короче, мне понравилось. Просто смотрела и отдыхала. Без всяких там яких. Так что пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.